20 вопросов рассмотрела административная комиссия городского округа. На заседание были приглашены лица, в отношении которых были составлены протоколы о нарушениях. А основные – это парковка на газоне, ненадлежащее содержание придомовой территории и незаконное складирование мусора. Например, этот мужчина выбросил старую мебель не в бункер, а просто рядом с контейнерной площадкой. Действие его зафиксировала камера видеорегистратора. Составленный протокол нарушитель не оспаривал. Вину свою признал. Административная комиссия вынесла ему штраф.